привет! Кратенькая инструкция по новому функционалу, который появился в игре. Поиграть мы еще успеем. А у нас появился airdrop. Первый airdrop будет Notcoin. Не пропустите, скоро будет анонс, как и почему и зачем его получить. А далее, friends, здесь ничего не изменилось. Есть топ-лидеров, мои друзья и пригласительная ссылочка. Сейчас на этом не будем останавливаться. Эрнсе сегодня появится. Можно будет сделать пару заданий и получить дополнительные баллы. Самое главное, новинка на сегодня, это бусты. Бусты есть 4 видов пока. Соответственно, серебряная чаша, золотая, рубиновая и Magic Cup. Партнерскую программу 8-уровневую открывает только Magic Cup. Но, чтобы получить Magic Cup, не обязательно тратить $100. Вы можете подарить любые 2 чаши за 10, либо за $15. И вам, более того, вы можете их приобрести и подарить 2 друзьям. Разыграть, подарить, неважно. И тогда у вас автоматом появится Magic Cup. То есть Magic Cup можно купить не за $100, а всего лишь за 20, подарив 2 Golden Jar, например. Как это делается? Заходим в Golden Jar, нажимаем «Купить». У кого устарел браузер, обновляем. Если все нормально, просто закрываем эту вкладочку. Точно убедились, что мы купили. Выбираем то, либо можем рубиновую подарить. Нажимаем «Купить». Вот здесь у меня сразу 2 товара в корзинке попадает. Могу один удалить. Промокода у меня нету. Нажимаю к оплате. Выбираю способ оплаты. Крипта. Выбираю кошелек, который мне удобен. И смотрите, самое главное. Черным по белому написано, я должен оплатить 20-25. То есть система должна получить 20-25. Если я оплачу 20, но 25 не дойдет, система не прогонит автоматом платеж, и придется связываться уже с поддержкой. Нажимаю «Оплатить». И, соответственно, делаю платеж. Получаю кошелечек. Видите, 20-25 у меня здесь так и нарисовано. Я оплатил. Система автоматически увидела мой платеж, и вот такая картиночка образовалась у меня. Я возвращаюсь назад. Еще раз назад. Перехожу обратно в игру. Что же я вижу? Где мне найти эти баночки? У нас вот здесь появилась новая кнопочка. Заходим в нее. И видите, у меня 2 золотые чашки. Я захожу в них. И у меня есть выбор. Либо я старт активирую ее и играю сам. Но тогда она остается у меня, и дальше я ее подарить уже не смогу. Либо я сразу нажимаю «Сделать подарок». Выбираю в чате какого-то своего друга, либо того, кто выиграл у меня эту чашу, либо просто тому, кто мне понравился и хочу подарить. Набираем кнопочку «Сделать подарок». Выбираем, кому подарить. Отправляем. Смотрите, моему другу пришла ссылочка, он прошел по ней и увидел вот такое сообщение прямо в чате, прямо в боте. Получить подарок. Заходит на «Получить подарок», нажимает. Не вот, у него подарок. Он нажимает «Принять подарок». Все, бустер активирован. Заходим сюда. И вот у нас наша эта чашка. Нет, не это. Вот она. Нажимаем «Старт» и играем ей. Отлично, что же дальше? А дальше, после того, как ваши 2 друга примут 2 подарка,
у вас появится вот такая вот магическая чаша Magic Cup. Мы ее можем выбрать. И что мы видим? У нас буст X4. И она у нас на целый месяц активна. Соответственно, у нас активна и партнерская программа восьмиуровневая. Вот и все.